Вот так вот в Могилеве есть 3 ветряка рабочих и 2 ленивых. Привет, друзья! Вот представьте себе такую ситуацию. Вы купили себе электромобиль и едете на нем очень далеко. Проехали уже несколько сотен километров, возможно, даже 1000. И вот ваше путешествие приходит в замечательный город Орел, где на карте Blackshear стоит вот такой замечательный зарядник. Вы видите? Он здесь есть, он быстрый, он классный. Окей, замечательно. И вам даже повезло, у вас есть с собой правильный заряженный кабель для этого. Давайте попробуем подключить его. Втыкаем в машину. Замечательно. И втыкаем сюда. Но вот проблема. Зарядка не начинается. Что же делать? Вот здесь в инструкции написано: поднесите RVID-карту, зарегистрирован где-то там. Но, естественно, у меня нет такой карты, у меня нет времени искать эту карту. И первое, что приходит мне в голову, карта может быть любой. Соответственно, можно взять просто российский биометрический паспорт, в котором есть RVID-карта, взять и приложить его к зеленым, синим диодам, чтобы они стали постоянно синими. И через некоторое время вы можете увидеть, то заморгал третий диод и пошла зарядка. Так что пользуйтесь этим лайфхаком, и да пребудет с вами электрон вольт.